же Япония. Проныра, мы прибыли в Японию. Ты трус. Я знаю, что ты хочешь увидеться с Веточкой, но ты побоялся идти один, поэтому ты приносил нас. Это правда, Проныра? Нельзя расхаживать в вертолете. А ты кто такой? Заткнись. Ты носатый ублюдок, скинь. У меня есть имя, меня зовут Би-Эм. Эй, Проныра, зачем мы тебе понадобились? Помолчите, ладно? Я покажу вам, что меня не интересует Веточка, поняли? О! Не обращай на него внимания, он всегда такой. А знаешь что? Что? Мне они не нравятся, они очень грубые. А ты мне нравишься, хозяин.